Сбербанк Южной Осетии не будет применять штрафные санкции в виде пений к заемщикам, просрочившим дату платежей по кредитам. Это касается потребительских, ипотечных и коммерческих кредитов. Уступки введены в соответствии с предпринимаемыми мерами по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Срок ограничительных мероприятий до 13 апреля. Срок же оплаты кредитов в Сбербанке до 15 числа ежемесячно. Банк принял такое решение, что несвоевременно оплачивающим кредиты не будут применяться к ним штрафные санкции. То есть в автоматическом режиме все пени будут сниматься. Также вот этот указанный период, он не будет влиять в дальнейшем на кредитную историю. В первую очередь эти меры предприняты для ограничения посещаемости людей банка. Работа налажена согласно новому режиму в условиях карантина. Одновременно в банк запускается ограниченное количество посетителей. За этим следят сотрудники охраны. В местах взноса платежей по кредитам и жилищно-коммунальным услугам не наблюдается массового скопления людей. То есть мы проводим дезинфекцию, в банк мы не запускаем больше 3-5 человек. То есть и при этом мы предупреждаем посетителей, что необходимо сохранять социальную дистанцию как минимум 1-1,5 метра. Мы делаем 2 раза в день влажную уборку дезинфицирующими средствами. Кроме этого, мы обрабатываем все поверхности, с которыми люди соприкасаются, обрабатываем ручки, которые тут у нас в банке, да, для подписания бланков. Кроме этого, мы рекомендуем посетителям приходить со своими ручками. Сами сотрудники банка тоже выполняют условия карантина. Работают в перчатках и масках. Периодически обрабатывают руки и рабочие поверхности специальными дезинфицирующими растворами. Председатель Сбербанка также подчеркнула, что введенные ограничения повлияли на сроки выдачи кредитов. Для того, чтобы ограничить посещение людей, мы, соответственно, ограничили и выдачу кредитов. То есть люди, сдавшие документы, они получат кредиты, но с небольшим опозданием. То есть мы распределили просто, чтобы выдавать в день по 2-3 кредита, чтобы не скапливались люди у нас в коридоре, не скапливались люди на улице. Льготный период Сбербанком установлен до 15 мая. В дальнейшем, в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки в республике, руководство банка рассмотрит возможность продления срока освобождения от штрафных санкций в виде начисления пений. Роза Тедеева, Альдина Чехоева, информационный выпуск сегодня.